честность и искренность. В первую очередь я ценю в человеке коммуникабельность, доброту и искренность. Мне кажется, что эти три качества являются основополагающими для того, чтобы создать с человеком очень хорошие отношения. Смелость, честность. Искренность, порядочность, быть честным с самим собой, с окружающими. Доброту, честность и умение прощать. Главное – честность, и чтобы люди были откровенны и не пытались быть людьми, которыми они не являются. Честность, порядочность. Которые не пьют, не шляются, где надо. Честность, конечно, открытость. Доступность. Когда человек говорит правду, я ненавижу ложь. Доброта, взаимопонимание обязательно. Верность, искренность, отсутствие лжи. И главное, чтобы у человека, у каждого была цель. Верность и доброту. Искренность, наверное, чтобы не обманывали. Честность, в первую очередь. Искренность. Это честность и ответственность. Это самое главное качество, которое должно быть. Добропорядочность. И самое главное – оставаться человеком. Тем, которым родили их родители, чтобы они были похожи на людей.